Владимир Сапрыкин. Супер-пуперная женщина. Читает автор. Нацепили каноны безнравственности, супер-женщины пупер-вальяжности. Все эпатажные и ипотечные, но желания у них человечные. Они аморальны и неэстетичны, и до бесприличия гипертрофичны. Они словно профи берутся за дело, на торг выставляют и душу, и тело. Одни выставляют себя на потеху, другие себя отдают в ипотеку.